сейчас занимаемся, выдали шахты привод конвейера СП и ремонтируем породопорочную машину 2ПМБ-2П. Керівник компанії «Метинвест» Юрій Риженков оглянув виробничі потужності підприємств Покровської вугільної групи. Поспілкувався з колективом, побачив, як працюють люди поблизу фронту. То, что я увидел, меня очень вдохновляет, потому что я вижу, что коллектив заряжен, верит в будущее, верит в победу, верит в то, что все будет хорошо и продолжает работать на благо и компании, и страны, ну, собственно, на благо каждого из нас. Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації «Метинвест» втратив частину своїх активів, зокрема маріупольські заводи імені Ілліча та «Азовсталь», призупинено роботу Авдіївського «Коксохімо», але попри складнощі компанія працює. Из-за того, что Покровск находится в Донецкой области, создается впечатление, что он ближе к линии фронта. На самом деле у нас линия фронта порядка, если по прямой смотреть, в 40 километрах от всех наших основных локаций. От Запорожья 40 километров – это Васильевка, ну, Васильевка, Гуляйполе. От Кривого Рога 40 километров – это граница с Херсонской областью, это Каховка. То есть, в принципе, у нас везде есть вот эта опасность, поэтому для каждого нашего города у нас подготовлен план действий на случай, если эта линия будет быстро продвигаться в сторону нашего города. То же самое по Покровску. Да, будем всех желающих вывозить, у нас есть куда вывезти, у нас есть где разместить. Разом з тим, керівник компанії підкреслив, що і раніше соціальним проектам приділяла значна увага, а зараз «Метинвест» додатково підтримує лікарні, своїх працівників, армію. В дополнение к социальной ответственности у нас появилась еще и гуманитарная ответственность, когда мы предоставляем продукты питания, предоставляем какие-то предметы первой необходимости. Это задача, которая была поставлена перед гуманитарным штабом Рината Ахметова сразу же, как только начались активные военные действия. На сегодня я хочу сказать, что мы уже создали стратегический запас по нашим городам присутствия, который позволяет в автономном режиме фактически до нескольких недель городу существовать, нормально обеспечивать граждан едой, водой там, и всеми необходимыми товарами. Одновременно с этим, конечно же, есть поддержка армии. Поддержка армии группа «Метинвест» поставила перед собой цель 100 тысяч бронежилетов. Мы уже достаточно сильно продвинулись по этой цели. Сегодня мы можем производить до 3000 бронежилетов фактически в неделю. И мы это производим каждый день. Мы передаем новые и новые партии и на фронт, и медикам, и спасателям, ну, в общем-то, всем, и Нацгвардии, всем, кому это может пригодиться. Оглянувши виробництво, Юрій Риженков зустрівся з колективами підприємств Покровської вугільної групи і відповів на питання працівників. Наш парк, подвижной состав, больше 300 машин, практически 80% это машины российского производства и Беларуси. В частности, там 14 БелАЗов наших, которые задействованы на технологии. Значит, проблема какая? Сталкиваемся с поставками запчастей. На рынке таких запчастей становится все меньше и меньше. Нам нужно переходить на другую технику. Нам нужно переходить на те же липхеры, на те же там катерпиллеры. На ГОКах в Кривом Роге, на самом деле, процесс уже, этот был уже запущен. У нас там уже работает там порядка 25 катерпиллеров. Есть и другие. Другая современная там импортная техника. И японская, и китайская, и европейская. Поэтому, я думаю, здесь тоже надо смотреть альтернативы. Никуда мы не денемся, будем мы инвестировать в обновление техники. Просто нужно вот это как-то выложить в какой-то план. Там на несколько лет и за это время перейти. Голова компанії підкреслив, що «Метинвест» не зупиняє проекти з розвитку підприємств Покровської вугільної групи, хіба що темпи їх сповільнюються. І це не через брак фінансування. З точки зрення іменно Покровської вугільної групи, глобально планы у нас не меняются. Мы все равно продолжаем работать, мы все равно понимаем, что на ближайшие 10-15 лет уголь будет востребован, как востребован в Украине, так востребован и в той же самой Восточной Европе. Компанія «Метинвест» впевнена у відновленні всіх своїх потужностей, поки ж працює на тих, що є. І величезна роль в цьому – підприємство Покровської вугільної групи.